Сегодня мы идем выполнять задание и идем на день рождения. Мы приготовились все. А у нас все хорошо, девочки идут, поют. У нас готова программа. Успеха, радости, везения, любых желаний исполнения и чумового настроения. Ты смотри, кто стоит. А кто именинник? О, Санек, привет! Здорово, Санек! А кто, ребята, именинник у вас? О, с днем рождения! Борис, с днем рождения хотим вас поздравить! Борис. С днем рождения! С днем рождения! Борис, с днем рождения! Поздравляю! От души! Целую щечки, Борис, вас! Вась. Значит, меня зовут Катерина, Вась Васич, Лия и Макс. Мы будем сегодня вас радовать хорошим настроением, шутками, плясками и конкурсами. Я такая дура, что в тебя влюбилась! Ах, Юра, Юра, Юра! Я такая дура, ну, что в общем, девочки, давайте мы оставим всю энергию на праздник, поэтому... И мы начинаем! Декабрь шагает по стране, навстречу снегу и зиме. Какой счастливый выпал рок, собрались мы на юбилейный пикничок. Кто шагает дружно в ряд? Наш веселый-то отряд! Самые горячие, самые веселые, все с харизмой бешеной, все безумно клевые, все весьма толковые. На месте стой раз-два, повернулись все сюда. Я, кто без мяса никуда? Вот так, нормально. Шаг вперед, давайте смело. Кому хочется налево? Вот, вот. О, молодежь растет, ну молодежь. Везде я. У кого бывает утром страшное похмелье? Катя, нас настигают. Кто водку пивом запивает? Катя, держись. Держись, Катя. А ну-ка вперед, одним же махом. Кто завистью проникся к олигархам, кто хочет веселиться и кутить? Шаг вперед. О, да, отлично. Шагнет вперед лишь только тот, кто осторожно, позитивно до уха пяткой достает. Кто у нас умеет до уха пяткой доставаться? Наверное, я. Так, ну-ка покажите мне быстренько, как вы это умеете. Наверное, я сюда не пойду, я хотел сказать. Ладно. Кто собрал здесь всю толпу? Это чудо-человек, здоровье долгих лет. Кто это, ребят? Боря! 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 Перед вами звезда. И недаром называем его юбиляром. Что дарит всегда юбиляру? Ему это дарит по праву. Сейчас всегда эталон красоты, извечный подарок. Извечный менты. Подарок. Цветы. Цветы. Оленька, это случайно. Тебе. Дружище, слушай, давай я место ему найду пока. Хорошо, отлично. Что важно иметь на память? Что трудно позже исправить? Что скрасит твою биографию? Конечно же... Хореография. Фотография. Итак, давайте обязательно сделаем селфи с нашим именинником. Фотографию на память. Идемте все скорее. Руки. Бывает холодный. Бывает горячий. Бывает висячий, бывает сячий. Бывает воздушный. Он мало что значит. Бывает французский. Им чаще балуй. Прощальный, на счастье, в засос. Поцелуй, поцелуй. Катерина, делай. Целуем все именинника, с днем рождения. А, значит, мы просто как бы, давай пожмем вот так вот. Целуем именинника, целуем. Пусть сыплется с неба сейчас. Деньжата. Деньжата, правильно. Дай тебе пиво. Красавелла. С днем рождения! Так. Заметь, это тебе натуральные звезды, сердца, чтобы в твоем сердце была любовь. Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday, hey Molly! Happy birthday, Bonnie! Прекрасно! Дружно с мест своих встаем! Встаем, дружно с мест встаем! В мыслях тост произнесем! Скажем дружно поздравляем! 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 Сушенька, просим тост для нашего юбиляра! Бориса! С днем рождения! Самое главное здоровье! Здоровье, еще раз здоровье! Пусть в твоем доме всегда будет много друзей. Так приятно приходить туда, где всегда ждут нас с малых лет.
Спасибо. Ура! Ура! Поздравляем! Поздравляем! За это? Надо выпить. А мы не возражаем! Андрей! Исполнит эротический танец «Полька бабочка» и за это соберет крупную сумму денег на приобретение новых танцевальных костюмов. Что, братан, хочу тебя поздравить с 35-летием. Такой рубеж уже серьезный, скажем. Вот. И как бы к 35, я думаю, как раз круг тех людей, которых ты хочешь видеть вокруг себя, он как бы уже ограничивает. Ну и, естественно, будь счастлив. После тоста не молчим, поздравляем и кричим, чтоб деревня вся слышала, как гуляет здесь братва. Поздравляем! А мы не возражаем! В день рождения иди в баню, парься веничком, дружок, а девчонки помогут, забегут на огонек. День рождения, колбаса, селедочка. Угощай виновник нас, дорогой водочка. Наш красавчик именинник, он философ и политик, разбирается во всем, даже справится с гвоздем. В гости нас на шашлыки, именинник пригласи, мы к тебе на дачу хоть пешком прискачем. Кризис задолбал, телек уши прожужжал, лучше петь и танцевать. Прекрасно, что у тебя есть такой очаровательный сынок, наш Димуля, который сейчас очень волнуется. Он очень волновался, он готовился. И сейчас он хочет сказать папе несколько слов. Диман, вставай. Вставай. Димочка, Дима, ты говори лучший, Дима! Нашему папе, имениннику, Дима! Эти слова. В нашем государстве, при диванном царстве, правит самый лучший. Очень мудрый царь. Он совсем домашний при своем бунтарстве. Мы ему с душою громко пожелаем править долго-долго, быть на высоте. Пусть казна полна его будет золотая, чтобы счастье было даже в суете. И, конечно, отдых будет на Мальдивах, чтобы любви амуры пели на душе, ведь таких, как папа, суперских красивых, не найти на свете больше вам уже. Спасибо. И поцелуй папы скорее. Наливаем, выпиваем. Ха, ха, ха. Запоминайте слова, которые мы споем. Слова такие. Ишбиль кумби ирихаси, ля портуси, кужмама, бурбалды, фуркашпо, сикамори дарибо. Запомнили? Ишбиль кадахи рамоти, ушальборда, фикаса, шукильмо, бурига, хиболды, шаги сама. Сейчас к нам приходит наш любимый Димочка, который полюбился нам всем. Димочка, мы зовем тебя. Поздравляем! Красавчик. Блин, красавчик, с первого раза справился.